Game over. Всем привет, друзья, с вами Александр, я продолжаю гомыскать Корсары 3 Возвращение Легенды. Что ж, ребят, давайте испытаем удачу и посмотрим, даст ли нам задание генерал-губернатор. Ну что у вас там ко мне, капитан? О, вау, повышение. Спасибо, блин, ради этого я нажму сейф. Ну что у вас там ко мне, капитан? Да, ну, блин, мужик. Спасибо, конечно, за повышение, но задание-то кто будет выдавать? Чё? Кстати, а за это платят вообще деньги? То командор-то я командору, но раньше в предыдущих частях хотя бы деньги платили. У меня, кстати, теперь этот чувак висит. Он хороший абордажник. Так-то если посмотреть, да, вроде как бы, да, неплохо. Ладно. Тебя замочит маленько. Тоже хорошо. Чё, на 16 января... Так, а у меня, по-моему, пустой корабль. Согласен, я так же делаю. Тикс. Захватить не смогу. Да, если честно, смысла в захвате не вижу. Мне бы мужика вот этого расчехлить. Че у него, нифига себе, двухстволка. Шампур он какой интересный. Ну ладно. Поплаваем маленько, ребята, и буквально вернемся к нему. Так, сразу здесь сейв сделаю, потому что сейчас всяко на меня будут охотники за головами, пираты и прочие ребятки веселые нападать. Я уверен. Просто пару финтов тут поделаем вокруг острова. Многое станет ясно. Тикс. О, заявочка идет. Хорошая заявочка, добротная такая. Ползет на меня, вот она, вот она. У нас попутчики, кэп. Не-не-не, подпустим их поближе, давай, все будет хорошо. У нас попутчики. Жарим. Давай. Что, ребятки. Я надеюсь, ваши кишки готовы к тому, чтобы они скоро будут намотаны на мой шампур. Кошки к бо... Чехлим их. Кто не сдастся, тот будет убит. Это я так, для справки. Эй, я по кругу бегаю. Все хорошо, все замечательно. Так, напарника моего замочили. Ну, и... Земля ему пухом. В принципе. Как скажешь. Опачки. Ты чё такой шустрый, что ли, парень? А? Next! Оба-на, красава. Тих, господи, а какой шустрый, кто-то меня из-под полы пинает. Прям чувствую. Из-под полы рубит, добротно. Да хватит меня из-под полы бить, а? Сквозь текстуру гнобят, ё-моё. Не бывает о совести. Ай! Не больно? Не надо чесать мне спину своим шампуром. Это не очень приятно. Я такой массаж не заказывал. Блин, мне так не нравится система парирования. Вот опять, я сейчас хотел что-то парирование сделать, а он удар. Ну ладно, не будем учиться. Испытывать удачу, коли он не хочет поворачиваться к нам лицом. Тихо, парень. Полегче, братиша. Бэтс. На. Ну ты чё думал? Держи. Так, закушаем хлебец. Чтоб не пришел у меня конец. Давай. Ну-ка, давай смуглый. Вперед. Какой-то красный чувак, ты походу сгорел на солнце. Тебе бы кремом помазаться. Однако.
Но я не думаю, что он послушает мои советы. Он такой серьезный парень. Тебе. Легкий парень, а? Сейчас я потом гноблю его, а? Ужас. Ты, господи. Эх, госпожа удача не хочет быть на моей стороне. Бат. Выстрел. Я только подумал о том, чтобы нанять команду, теперь думаю. Может, оно было стоило? Или я бы того парня использовал в качестве того, чтобы подхватить это судно. Хотя оно стоит копейки. Никакого эквивалента я в плане денежных каких-то пополнений в свой кошелек я не увижу. В общем, вливание денежных не предусматривается. Слишком копеечно, тем более тратить на два корабля за команду и прочее. Это, конечно, смотри-таки досадно. Нифига, у него какой характерный шрам, а? Я раньше как-то не всматривался, а сейчас смотрю, ё-моё. Оказывается, не все тут лица чересчур уж одинаковые. Вот того бородатого я частенько вижу, прям надоело. Вот этот колоритный парень, Миша. Иди сюда. Стесняйся. Тихо, господи, вошел во вкус, парень. Ваш прям такой довольный, лопит меня со всей души. Полегче, парень, полегче. Я жду. Чуточку легче. Вот. Да, если честно, мне не очень нравится выстрел из пистолета. Копейки отнимает. Держи. Хватит меня бить, блин. Верхняя атака, задолбал. Четырёвы. Также нечестно, вот он показывает, что усталость у него полная. Но несмотря на это, он умудряется верхний блок меня бить. На. Судьба тебя наконец-то наказала. Дала мне удачу, и я убил тебя. Держи. Тихо, господи. Так, братиш, ты задолбал меня. На, я в тебя маленько стреляю. Да, когда ты уже отдашь копыта в сторону? Есть эффект. О, это маленько покоцан. Отлично. Так. Погибать он не торопится. Это я уже понял. Посмотрим, что у них есть ценного. Ничего. А здесь. Какие жадные. Тикс. Давай, беги сюда. Ты что думал, так резко-резко зайдешь, такой довольный будешь? Счастливый сейчас, парень. Размечтался, на. На, держи. Еще подачу. Все, пока. В таком положении, кстати, гораздо быстрее восстанавливается энергия. Поднимайся, я жду. Давай. Не стесняйся. Шевелим булками. А какой хитрый, а? Сам не пошел специально, чтобы пошел тот, у которого ХП побольше. Прикол, прикол. Хитрец, а? Однако. Текс. Прошу проследовать меня. Вашу казнь. Готов. Есть эффект. Так, пару копеек собрали. Черт, а? Зелье тает на глазах. Я бы даже сказал, испаряются. Какие мечи интересные. Ну ладно, парочку тогда говнозелий возьму. Так, это чувак, который на меня работал. Что ж, печалька, печалька, бро. Не обессудь. Жизнь вообще штука непредсказуемая. Погнали.
Давай, выходи. Есть эффект зензюбеля. Так. Отлично. Вот, неплохо. Так, команды. Нет, никого. Чё у них интересно? Так, пушки есть. Нафиг не сдались эти пушки. Так, фрукты, да? Угу. Ножка красного дерева. Все, затонул. Красава. Так, с тем будет посложнее. Но пошустрее. А чё это? Как так получилось? Я вроде все пытался перегрузить. Странно. А, может он выбросил что-то? Видимо, испугался, что его форт по ним долбит, и все. Все, этот уплывает, он не хочет биться, это уже понятно. Зарядить бомбы. Есть, капитан. О, он все повыбрасывал. Понятно. Ну, ёшки-матрёшки, так активно за мной гнался, а теперь убегает. Что ж ты такой парень-то? Сыкливый. Я бы просто-напросто взял бы тебя на абордаж. Добыча! А так он выбрасывает все, что можно выбросить, чтобы быстрее уплыть. Ну ладно. Добыча! Ну тебе, бякушку. Сандал, это хорошо. Странно, что вот тут уплыл. Веселые тут у них корабли охраны, я, конечно, обалдею с них. Ну ладно. Меня уже не касается, уплываем. Так, там еще какой-то, кстати, маленький кораблик был, я помню. По-моему, тоже хотел посягнуть на мою честь. И здоровье. В целом. Нет, я в мир выйду, он там где-то долбился сбоку, вон. Не знаю, доплывет, нет. Нет, наверное. Ну его нафиг. Так, что у нас ночь? Тогда ладно, так и быть. Коли не шутят. Так, день, и отправимся, наверное, мы к губернатору посмотрим, может он все-таки созрел подкинуть мне пару интересных заданий. Так, Щалмага спасти. Лучшие товары за сущие гроши. Да-да, как же. Товары за сущие гроши. Так звучит. По факту все наоборот. Так. Что у нас тут есть? Красное дерево, сандал, здесь все на экспорт идет. Капец. О, паприка зато наоборот на импорт. Это хорошо. Не то чтобы я, конечно, нуждался в остров в деньгах, но. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Много денег не бывает. Текс, что у нас еще есть интересного? Смотреть. Пульки у меня, в принципе, вроде пока худо-бедно есть в хорошем количестве. Так, верфь можно посетить. Легкие повреждения починить. Верфь принимает любые заказы. Что-то у меня паруса маленько потрепали. Так, резиденция, вечер. Что ж, ребят, я маленько ускорю, наверное, процесс. Ну как ускорю? Я имею в виду в том плане, что сейчас вот сейвлюсь прямо перед ним. Буду задавать вам вопросы до тех пор, пока... Он не найдет мне задание, вроде не. Вот с тем, по крайней мере, так прокатывало. Ну пробуем. Что у вас там ко мне, капитан? Какое поручение? О, есть! Что-то есть. Должно сообщить, что мы находимся в состоянии войны с Англией. Началась очередная торговая война. Хорошо. Эпицентр войны находится в прибрежных водах Европы и в Индийском океане. Однако и здесь, в Карибском море, эта война окажет на нас свое влияние. Так. И необходима информация о планах англичан. Точная и абсолютно достоверная. На острове Испаньола есть поселение буконьеров. Проживает там в основном французы, но голландцев также немало. Так вот, глава буконьеров, Эдвард Мэнсфилд. Его имя переделано на английский лад. Его настоящая фамилия Эдвард Мансфельд. Он голландец. Эдвард, доверенное лицо английского генерал-губернатора, сэра Томаса Медифорта. Так, в делах грабежа испанцев. Интересно. Так, все новое задание, да? Ваше задание заключается в том, чтобы что? Доставить это письмо
Мэнсфилду в письме просьба о помощи, уговорить его рассказать, что он знает о планах англичан. Сомневаться в том, что они атакуют нас, не приходится. Мы должны знать, что они собираются предпринять. Я понял, приступаю к выполнению. Так. Задание у нас есть. На всякий пожарный еще делаем контрольный сейф вот здесь. Да, сверяемся с нашими данными. Так, я получил новое задание. Поселение Ла Вега на Испаньоле. У него мне нужно узнать о планах англичан. Так, вот теперь еще бы вспомнить, где эта Испаньола находится. Вообще было бы шикарно. Тик-тик-тик. Я вот думаю, взять мне парочку крепких ребят с собой или не стоит? Интересно. С одной стороны, можно комфортно плавать, когда у тебя есть команда. Но их, правда, убивают практически сразу. В любой схватке. Зато схватка длится гораздо быстрее. Ням-ням-ням. Ладно, нет, я пока рискну здоровьем и никого брать не буду. Для начала мне нужно вообще понять, где Испаньола находится. Вообще не помню, хоть убейте. Барбадосы, Мартиника. Будет смешно, если она где-то очень близко со мной. Сан-Мартин. Все. Понятно. Так, ребят, быра загрузка. Плыть туда. Мама, не горюй. Так, пальмовый берег. Сюда будем стартовать, походу. Да. И, как всегда, ветер нам не улыбается. Оскалит зубы. Ням. Что ж. Буду надеяться лишь на то, что мне повезет. Чтобы мне фартануло. Так, мне, грубо говоря, туда плыть. На Ла Вегу. Курс держать. Так, и главное смотреть на карту внимательно, во все оба глаза. Потому как в любой момент могут появиться пираты или англичане, по мою душу. С одной стороны, мне, конечно, очень будет обидно портить отношения с Испанией, если вдруг так представится такая возможность. Но, видимо, ничего не поделать. Так, торгаши, да? Проверка. У нас попутчики, Кэп. Ладно, плывите. Повезло вам. Не хочу пока вас грабить. Так, вот эти ребятки, скорее всего, захотят меня пощипать. Точно, я был прав. Опачки. Вот это фарт. Текс. Не знаю, сколько он продержится. Я еще не знаю, где порт. Вот это будет очень интересно. Надо еще узнать, где порт. Дабы не тупить. Так, сейф. Пока нам везет. Примерно. Я вижу раз, два, три. Три. Вопрос. Внимание, вопрос. Это Санто-Доминго. Порто-Принц. Значит, Ла Вега с той стороны. Эй! У нас попутчики, Кэп. Также три корабля торговца, сопровождение корабля. Что-то я юмора не понял. Вроде там пираты, а при этом еще что-то англичане почему-то. Наркомания какая-то. Ладно. Какие хитрые, хотели меня обмануть. Не, так не... Вот Ла Вега, это пиратское поселение. Это хорошо. Очень даже хорошо. Попробуем здесь выйти в море. Здесь чисто, аккуратно. И посмотреть. Нет, не дотягиваюсь. Да и ветер не на моей стороне, если честно. Даже так вот плыть это очень долго. Мы уходим все-таки на мировую карту. Так, чувствую только к ночи, да, я туда прибуду. Хорошо. Добро. Сейф. А, порт Ла Вега. Чехлимся. Здрасте, граждане. Эй! Я тебя раньше не... Не-не-не-не-не, это не я. Дьявол! Эй, парни, путаете меня с кем-то. Честное слово, путаете. Вот видите. Эх. Могли бы в живых остаться.
Так придется перебить их немножко. Ладно, побегаю вокруг. Пум-пум-пум-пум-пум. Ой, господи, все такие шустрые. Бац, держи. Не скучай, парень. Это просто выстрел. Ничего, не более, не менее. Бац, готов. Next. Ну, какие крутые парни. Не, главное, как сами круговые атаки делать, так это все за милую душу. Как я захочу это сделать, так сразу пробивают меня. Либо парируют мою атаку. Ё-моё. Где совесть у людей, а? Хотя, какой совесть, я говорю, это же пираты. Умри! Он такой доброжелательный. Блин, бьют больно, если честно. При этом стараются именно верхней атакой бить. Что очень сильно меня опечаливает. Так. Держи, несчастный. Хоть бы у одного что-то полезное было. Так, по мелочи. Хрень всякая. Ерундень. Воу-воу-воу, куда это я там? Чесночным бегом. Тик. Сейчас хоп, и здесь опять какие-нибудь пираты на меня, нет? Ну ладно. Коль не шутят. Так, улицы. Интересно, где мне найти этого типа? Может, он где-то здесь сидит, бухает? У меня в море соперников нет. По идее, он должен хорошо выглядеть. У меня в море соперников нет. Все так говорят. Сэр, за каждую кружку, которую вы разобьете о чью-нибудь голову, придется заплатить. У меня в море соперников нет. Желаете стать уважаемым гражданином? Дипломат. Могу устроить весьма недорого. Как-нибудь в другой раз. У меня в море соперников нет. Так, братиш. Что вам дадим, капитан? Так. Понятно. Где мне его найти? Еще раз прочитаем. Ага. Проживает. То, что он здесь проживает, это я понял. Может, он днем где-то будет? Не знаю. Что вам дадим, до утра. Капитан? Ой, до ночи. Не-не-не, братишка, в другом. Так. Что вам налить, капитан? Следующее утро. Потому что сейчас уже вечер, все попрятались. Кто куда? Смотрим, кто здесь цивильно одет. Ну, вот этот чувак хорошо Какие одет. Какие будут приказания, капитан? А. Подмочили репутацию, а? Ничего, я могу это исправить. За скромное вознаграждение, само собой. Если окажется, что ты пират... Окей, как скажешь. Такс. Где же здесь может быть честный человек? Слушай, отстань от меня. Хорошо. Вам что, заняться нечем? Какой грубый. Оставь меня в покое. Так. Это дом или что, не пойму? Халупа какая-то. Тут есть кто живой? Ау, ловушка была. Экс. Где же он может быть? Нет. Шмонаем так на всякий пожарный. По домам. Кто его знает? Вдруг он где-то прячется здесь. Это магазин. Вам что, заняться нечем? Да ладно тебе. Я просто гуляю. Сразу наезды оформляют. Тихо, мирно гуляю. Кого не трогаю. Может, в резиденции? Проваливай, я не в настроении вот трепаться. Блин, ты, оказывается, вот где сидишь, бякушка. Так, окей. Так. Так. Ага. Так. Потому что я ничего не знаю о планах.
У меня с ним дела другого порядка, политики здесь не понятно. Свои родины в трудный час, ух ты. Не надо пафосных выражений, молодой человек. О как. А кого что расскажет? Буквально прошлой неделе ко мне явился некий посланец, который уговаривал меня организовать экспедицию на Кюрасао. Я, естественно, отказался. Отказались также Морган, Джекман и Джон Моррис. Итого получается, что известный пройдоха Томас. Ага. Помощь пиратов. Так. Недостаточно сил. Так, понятно. Самой надежной охраной Порт-Рояля тех же испанцев является постоянное присутствие некоторого количества пиратов на рейде и майке. Так что нет, сейчас ему не по зубам. Так, понятно, привлечь корсаров, значит. Все-таки есть какие-то мысли, да, у него? Что мира между не будет точно. Порт-Рояль Генри Моргану. Так. Так, понятно. Понятно. Генри Морган, Порт-Рояль. Окей. Вопрос только на засыпку. Где Порт-Рояль? Где же он может быть? Так. Весело. Хотя бы в плане того, что я не знаю, где это. Тикс-тикс-тикс. Ладно. Выбора нет. Сделаем сейф. Порт. И на всякий пожарный. Примерно прикинем, куда мне надо плыть. Тогда на всякий случай, наверное, еще здесь стоит сейф. Мало ли, вдруг я сейчас выдал меня. Что-то такое дикое будет ожидать. Икс-икс-икс. Что ж. Погнали, ребят. Эх, ветер непопутный. Совсем не в нашу сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опачки. Хлопочки. Все, все, я передумал. Хе-хе. Сразу. Блин, бяки. За мной шли. Хитрые, как я. Так, ладно. Попробуем скрыться от них. В принципе, неплохо. Пока идем. Как там, на Ямайку-то лучше? В принципе, по прямой. Чуть-чуть даже можно скорректировать курс. Так, Порт-Рояль, получается, у нас на Ямайке находится. Это очень интересное, интригующее мероприятие. Хотя бы по той причине, что там английская колония. Вот так вот. На данный момент, по крайней мере. Посмотрим. Что мне осталось до туда? В принципе, чуть-чуть. Так, я вижу, уже светлеет, значит, я ближе к берегу. Так, я думаю, надо через какую-то бухту заползти туда. Главное, не через маяк, это точно. Это я уже помню. Там вот есть бухта. Но вот я не уверен в этой бухте настолько, что думаю поплавать так вот тудым-сюдым. Тудым-сюдым-сюдым-тудым. Тудым. Такс. Отлично. Спокуха, спокуха. Так, я вот здесь засейвлюсь. А, все-таки попробую к бухте прократься. Ну, так вот с этого угла. А там, если что, вернусь в режиме сейва. Так. Бухта. Там уже город. Так, здесь, по идее, логично было бы все время направо. Давай опять пошли вон. Стой, собака.
Я вас не знаю. Умри, дьявол! Блин, там эти стражники стоят. Вряд ли они мне помогут. Ну что, парни, давай, подходи по одному. Подходим, умираем. Полегче, полегче, вы чё? Парни, легче говорю. Совсем что ли обнаглели? Да, фиг проползут. Грозные парни. Честно скажу. Ну да, зашибись, конечно. Ветер должен был поменяться в зависимости от сейва. Разумеется, какие могли быть сомнения по этому поводу? Такс. Ой. Ох-ох-ох. Понятно с вами все. Я так больше не по... Покойся, может, да, может и нет, какая вам разница. Так, парни. Вообще практически не дают ни единого шанса. Пошел вон. Гаденыш. Вот, так вы по одному будете идти. Сейчас я с вами пообщаюсь. Давай, давай. А что так, не нравится, что ли? Готов. На. Чем тебе не нравится? Ну-ка. Оба. Только. Животик. Оба-на. Подходи. Не стесняйся. Рубанем. Next. Так, чувак. Размахался шампуром. Своим. Успокойся с миром. На тебе. Какой хитрый. Хитрец какой, а? Хитрец, подлец. На тебе. Держи. Еще. О, другое дело. Так. Ну чё, несчастные, давайте посмотрю, что у вас тут есть. Фигня какая. Чё, трупешник валяется. Чё, это все или ещё кто-то остался не... Ага. Фух. Так. Мне кажется, мне направо. Вполне логично. Я думаю. Странно. Я думал, что я уже в городские ворота попаду. А вот и они. Так. Тут есть пираты. Которые стоят одиноко. Я думаю, пусть они дальше стоят. Так даже лучше. Такс. Эй, я тебя раньше не видел. Вау. Как жестко. Покойся с миром. Покойся с миром. Нет тебе. Однако... Прокрасться не удалось. Вот бяки, а. Какие бдительные. Так, 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 тихо, тихо. Блин, эти говнозели, конечно, не убивают. Покойся с миром. Да ё-моё, чувак, только одного прибью. Понятно, они тупо генерируются.
Есть, я в таверну забежал. Так. И? Джон Силлер, ну надо же. А и? Иди нафиг, мужик. Говорят, я немного туповат, но зато в драке я стою четверых. Тик. Эй, тише, нас могут услышать. Иди нафиг, эй, тише, вещицей. Нас могут услышать. Так, контрабандист. Проваливай отсюда. Погоди, поговорить надо. Добро пожаловать. Здесь вам всегда будут рады, капитан. Ну вот, замечательно. Меня оскорбляют со всех сторон. Ай. Большая честь для меня. Ух, тебя-ка. Ничего личного. Она хотела меня сдать. Дешевая подзорная труба. Кстати, я сюда, наверное, и выложу. Тикс, тикс, тикс. Мне бы буквально чуть-чуть переждать. К сожалению, скрытность мне не позволяет 100% проникать в город инкогнито. Увы. Ну-ка, я сейчас попробую промотать время. Может, они про меня забудут? Посмотрим. Её может быть. Генри Моргану. Подождём, подождём. Так, как минимум нужно до 7:40 подождать. Тогда эффект атаки должен спасть. Есть эффект. Пробуем. Надеюсь, у меня получилось. Так. По крайней мере, на меня не кричат, что я собака и все такое. А это уже стоит того, чтобы сделать отдельный сейф. Самостоятельно. Вот так. Теперь мне нужно найти этого мужичка. Интересно, где он может быть? Генри Морган, это не ты ли часом, нет? Вполне возможно, он мог быть в таверне. Упс! Есть, удалось пройти. Так. Что вам налить, капитан? Я к тебе есть пару вопросов. А ты не хочешь их со мной обсуждать. Эй, друг, садись. Выпей с нами. Говорят, я немного туповат. Икс. Но зато в драке я не желаете, стою четверых. Ну, что-нибудь запретное? Нет, чувак. Мне твои псевдокарты не нужны. Тысячи чертей. Я самый известный пират в этих водах. Где же он может быть, этот парень? Интересный парниша. Может, на верфи? Моя верфь в вашем распоряжении, капитан. Нет. Прошу прощения, но я тороплюсь. Понятно. Бордель, конечно, отчаянное решение посетить. Ну да ладно. Так. Магазин. Ну что у вас ко мне, капитан? Нужна информация.
Я не думаю, что он где-то в домах сидит. Хотя... Кто его знает? Если бы мой муж пил поменьше... Если бы, да как бы. Прошу прощения, но я тороплюсь. Ну, торопись дальше. Кажется, вы куда-то шли? Опа. Привет. Да, я куда-то шел, но не к тебе в гости, это точно. Так, это ростовщик. Нет. Блин, где же может прятаться Генри Морган? Упс. Проходите, проходите. Не мешайте. Опа. Понятно. Такс. Так, ну в принципе я вроде с ним говорил, да? Это не он. Текс. Понятненько. Нам нужно найти дом. Еще один дом. Прошу прощения, но я тороплюсь. Нам нужно найти дом. Дом этого мужика. Не может быть. Где может жить этот чувак? Просто на засыпку. Оба-на. Нет, мне точно не сюда. Вот в этом я точно уверен. Проходите, проходите. Эх. Не мешайтесь. Не фартануло. Так. Я здесь вроде все проверил, кроме тех мест. Кажется, вы куда-то шли? Ой, мне тоже кажется, что я куда-то шел. Так. Где там корабль? С кем Англия дружна? Ё-моё, Англия, по-моему, со всеми воюет. Всем, кого не лень. У меня особо-то и нет вариантов. На французский флаг поменять. Так что мне имя не смогу представиться. Надо зашкериться, зашкериться. Так, мужик, я тебя не вижу. Я рассматриваю стену, она такая классная. Какая интересная. Не отвлекайте меня от несения службы. Блин, мужик, ты откуда выскочил? Скажи мне, как ты там сгенерился? Я умудряюсь мимо таких пройти, а потом попадаешься ты. Гроза в маршрутах. Так. Нет. Да ёшки-матрёшки. Где дом этого несчастного? Блин, там вон еще есть дома. Там стражи, мама, не горюй. Ничего себе. Заявка. Так-то просто пробраться. Попробуй дерзануть. Вам что, заняться нечем? Нет, не получится. Так, короче, мне еще те дома надо просто проверить. Каким-то чудом пробраться. Текс. Текс. Фух. Только не заметь, пожалуйста. Вам что, заняться нечем? Ну, мужик. За что ты так со мной? Обидно будет, если там его вообще нет. Как-то дом должен выделяться на фоне всех остальных. Я смотрю в стену. Просто пройди. Мужик, я тоже смотрю в стену. Никого не трогаю.
Проходите, проходите. Не мешайте. Ладно, в топку. Я должен посмотреть вообще, есть ли его дом. Шва. Вот он. Фух. Так. Вот бедолага. Все спокойно, капитан. Тик-тик-тик. И... Ага. Морган на Антигуа в своем доме. Там тоже будь аккуратнее, если я в тебе признал голландство. Понятно. Ищи подземелье под Сент-Джонсом. Так. И еще в дом к Моргану. Так просто не попасть. Дверь работает только на выход. Ищи подземелье под Сент-Джонсом. Оно приведет тебя к Генри. Подземелье под Сент-Джонсом. Интересная заявка. Все, валим отсюда. Здрасте, парни. Машем шампурами. Машем. Эк. Все, валим отсюда. Да-да-да. Все те же ребятки стоят, скучают, бедняги. Блин, туда-сюда плавать, ёперный театр. Так, Сент-Джонсон, то есть, в принципе... Так, я все время направо поворачивал, теперь все время налево. Однако, однако. Придется, походу, поплавать. Тудым-сюдым. Сюдым-тудым. Так, тут никого. А на Антигуа. На Антигуа плывем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Путь-то не близкий. Ах, они редиски. Гваделупа, Антигуа, он там. Все вижу. Ёшки-матрёшки. Ням-ням. Ну ладно. Что ж, ребята, я, пожалуй, наверное, подвижу это место. Потому как, блин, я просто туда замучаюсь плыть. Потому что ветер не в мою сторону, а если быстро загрузку сделаю. Ну, а другое дело. Ветер уже совсем в другую сторону. Можно, конечно, мне кажется, ну-ка, пару раз позагружаться. Еще раз. Нет, видимо, все больше не работает. Окей. Вот. В общем, увидимся уже, наверное, ближе к Антигуа. Тикс, ребят. Мы практически на месте. Что ж. Здесь тоже нужно как-то схитрить. Мыс Бут. Бун или Буч. Понятно. Бун. Попробуем, где мыс Бун. Так. Кораблей тут нет. Все шикарно, значит, здесь и будем стартовать. Так, на всякий случай делаем буросейв. Всякое бывает. Быстрое сохранение частенько любит пачкаться. Так, мне нужно найти пещеру. Следовательно, мне не направо, а налево. Найти вход в пещеру. И через нее попасть внутрь. Тик. Нет. Странно. Как я мог туда попасть? Быстро так. Прикол, прикол. Тоже дорога интересная. Попробуем сюда. Городские ворота. Конечно, здорово, но... Нужна пещера. Тик. Это явно не та пещера. Нифига я крюк сделал. Так, секунду. Направо пойду. Получается, сразу городским воротам выйду.
налево иду, здесь будет развилка. Я в прошлый раз пошел направо, теперь пойду налево. Вот вход в пещеру, отлично. Это грот? Странно. Поклон мертвый. Шикарно. Да. Так, где там баклан? Ничего ценного, интересного для меня. Странно. Здесь никакого входа особого нет. Ну ладно. Погнали тогда. А, там бухта будет, пляж. Городским воротам, что ли? Поищем здесь дом Моргана. Что-то не совсем я понял прикола. Ну да ладно, там дорога к форту всяко. Наверное, я попробую просто побегать. Надеюсь, мне повезет. Сент-Джонс. В пещерах Сент-Джонса что-то... Стой, собака! Привет. Дьявол! Ай-яй-яй. Чё такой дерзкий? Дом, дом, дом. Но не тот дом, что мне нужен. Дом. Здрасте. Пока. Такс. Тоже чей-то дом? Что вам нужно? Нет, это явно тоже не тот дом. Что-то мне знакомо это лицо. Возможно, вру, возможно, нет. Попробуй догадайся. Такс. Умри! Это автовщика. Магазин. А, верно. Парни, пока там хоть повеселятся, блин. Комната. Церковь. Еще какой-то дом. Прошу прощения, но я тороплюсь. Парень, ты что такой агрессивный? Я тебя не хотел трогать. Взял шампур, достал. Я бы спокойно ушел из твоего дома. Нет, блин, шампур достал. Текст. Всем привет. Какие агрессивные парни. Где же его дом? Извините, но я спешу по делам. Тихо, господи. Спешит он по делам. Какого черта? Так. Какие-то чеплашки валяются. Однако, однако. Привет. По-моему, бабу ранили. Блин, он закрыт. Черт. Значит, не шутка. Вот действительно где-то через пещеру. Найти бы только ее еще. Что-то в том гроте особо ничего не было. Попробую сюда, но здесь, наверное, все-таки форт. Да. Блин. Что делать? Как быть, как дальше жить? Такс. Ладно. Так, 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 секундочку, сейчас надо еще разочек все осмотреть. Умри! Мне кажется, я что-то где-то упустил. Всем привет. Еще разочек. Так, это дом Генри. Что-то есть какое-то. Ага. Подземелье, кстати, точно, может это люк? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ладно, есть эффект подземелья, блин. Ну и подземелье, однако.
Слушай, я надеюсь, здесь никого нет. Ты что, блин, хрен найдешь его так просто. Обалдеть. Настоящий лабиринт. Так называется, догадайся, где Генри. Где я был, а где нет. Так. Понятно. Окей. Вот что-то интересное. Отлично. Фух, пробрался наконец-то таки. Я думал, это никогда не произойдет. Здорово, мужик. Все спокойно, капитан. Я прибыл по порученицу. Так. Ну-ка, давай мне инфу. Так, как одной. Да ты что, прям родной такой. О как, хе. Надо же, поработать лично не его, о как. Ну давай, говори, что тебе надо. Тартуки на данный момент ошивается флибустьер по имени Пьер Пикардиец. Жесть. Мы вместе участвовали в одном деле. Я поздравляю, что присвоил часть добычи. Хм. Ты издеваешься, да, Тартуги, плытье мое. Мне нужно это проверить. Отправляйтесь на Тартугу, вас там никто толком не знает. Попытайтесь добыть мне максимум информации. Угу. Да, мужик. Ты, конечно, давно издеваешься, просто не щадя меня. О, господи. Это ж капец. Туда сколько плыть. Я уж молчу о том, что надо еще отсюда выбраться каким-то чудом. С этого подземелья. Так. Окей. Нет. Явно не сюда. Можно, конечно, пойти, в принципе, той же дорогой, как я сюда и пришел. Дабы безошибочно вернуться. Только вот начинаю запамятовать. Нет. Все, кажись. Вспоминаю. Агась. Ага. Так. Понятненько. Да ладно. Вот мой выход, господи. Я думал, я никогда уже не найду его. Не отвлекайте меня от несения службы. Да, собирайся тебя отвлекать. Не переживай. Я просто попытаюсь сбежать. Готово. Текс. Блин. Интересная задачка, а выпала. Идите колотить. Окей. Теперь еще до Тартуги плыть. Ой-ой-ой-ой. Ладно, ребят. Увидимся уже около Тартуги. Так, вот мы около Тартуги. Так, она испанцам. Ой, испанцам, французам принадлежит, так что все огонь. Проблем у меня не должно быть. Сейчас мы причалим. Раннее утро. Неплохо. Так. Наверняка информацию могут... Что-то мне знакомо это лицо. Могут рассказать мне, скорее всего, где-нибудь в таверне. Экс. Добро пожаловать. Здесь вам всегда будут рады, капитан. Так, да, ты не знаешь ли Пьера?
Знаю, как не знаю, как он снял комнату, заплатил за год вперед, нифига себе. Все в порядке. О, как. Так. Сейчас его нет, приходите попозже. Хорошо. Так. Понятненько. Говорят, я немного туповат, но зато в драке я стою четверых. Лучший канонир на всем архипелаге. Когда трезвый. Интересно, а комната вот эта, или которая обычно является пристройкой? Бывает так, что у них когда вот пристройки, которые идут, тоже считается комнатой. Кстати, может с ними побарыжить? Какой милый юноша. Вообще прям мега юный. И мега милый. Самый милый на свете. Тик. Пульки. Нужно побольше пулек. Это чё? Комната. Это, по-моему, бордель. Если не ошибаюсь. Экс. Портовое управление с обратной стороны. Оригинально. Дом. Тик-тик-тик. Ладно, попробую посмотреть, что за комната. А, это резиденция. Здрасте. О! Сегодня будет? Так каждый день берет новую девку. Хе. Понятно. Да парень, я смотрю, вообще изрядно ссорит деньгами-то, а? Вон сколько, кого хочешь, выбирай. Так. Интересно, кто о нем еще что знает? Обычный дом. Магаз зайти, что ли? Ой, это резиденция. Мне магазин нужен, извиняюсь. Лучшие товары за сущие гроши. Так, да, в магазине не был. Был часа два назад, прикупил очередную порцию дорогих безделушек и пошел дальше жизнь прожигать. Ха! Так, значит, каждый день бывает за редким исключением. Интересный человек. Ну-ка, на верфи чё, о нем что-нибудь знают? Доверьте нам судно и ни о чем не беспокойтесь. Фрегаты без того, ну так, модернизацию. А-а-а. Ха. Понятно. Так, магазин, таверна, есть. Раз. Что у нас еще есть? Так. Парень не очень-то разговорчив. В церкви, интересно, что-нибудь они узнают? Да пребудет с тобой Господь, сын мой. Так. Нет, ничего. Ну ладно, так и быть. Схожу в резиденцию, послушаю, что мне скажут. А что есть два типа? Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Так. А ты? Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Нет, они не особо-то разговорчивы. Ну ладно. Что ж. Может, кого-нибудь местного спросить про него? Прошу прощения, но я тороплюсь. Информация не хочется. Прошу прощения, но я тороплюсь. Так. Где ж мне лучше дождаться-то, этого парня?
который ведет разгульный образ жизни. Что вам налить, капитан? Так. Что вам налить, капитан? Давай до ночи. Что у меня есть подозрение, что... Как вариант, либо закрыто, значит он сейчас должен быть в борделе. Я уверен. Хорошо, что не рядом. Так. Комната для уединений. Я понял, что я спрашивал. Только вот где он? Тут его нет, там тоже его нет. На улицах не видно. Тут только стражники гуляют. Интересно. Еще разочек зайдем, может он тут сидит. Эй, тише! Нас могут услышать. Эй, тише. Вокруг полно патрулей. Ласен. У меня в море соперников нет. Дьявол. У меня голова раскалывается Дьявол. После вчерашнего. У меня голова раскалывается Какие будут после приказания, вчерашнего. Капитан? О, так. И чё? Ну, не, чувак, извини, нафиг. Дьявол. У меня голова раскалывается после вчерашнего. Сочувствую. Так, что же делать-то, а? Тик-тик-тик. Ладно. Здесь лучшее место для отдыха, клянусь. Давай до утра. Держи бабки. Еще раз сходим к ростовщику. Так. Нет. Ух ты, надо же. Понятно. Ну-ка, в портовом что-нибудь им об нем скажут. Так, что у нас? Что ж. Похоже, что... Этого все, вроде как. В крайней мере. Никто больше со мной разговаривать не хочет. Я уже везде побывал. Возвращаемся в порт. И, пожалуй, на всякий пожарный сделаем сейв. Так как в зависимости от этого сейва будем отпинываться. Что нас ждет дальше? Вот. Так, возвращаемся. Обратненько. Так. Бухта. Тыц. Опять веселые парни. Не-не-не-не-не. Черт. Да, парни, вы ошиблись. Не всякого сомнения. Гаденыши какие, а. Так. Чапаем тем же путем. С тем же эффектом. Эй, я тебя раньше не видел. Я тебя тоже, и чё? Легче-то от этого не стало. Стоять! Что вы здесь Покойся делаете? Покойся с миром! Вау! Какие мощные угрозы. Бэт, я уже здесь. Так. Все, погнали. Путь не близкий. Кучу раз надо повернуть тудым, сюдым, сюдым, тудым. Чтобы правильно рассмотреть, куда и как. Так, здесь налево это я точно помню. По-моему, надо было направо.
Да, черт. Черт, черт, черт. Так, доходим до конца. Агась. Здорово. Отлично. Ну, здравствуй. Рад вас видеть, капитан. Так, сорит баблом налево и направо, только так отгружает. Так. Следующие факты. Ну все, перечисляй то, что я узнал такой суммой. Ага. Хм. Ну давай, рассказывай мне. Так, какие планы? Десантную операцию. Сейчас в тюрьме сидит английский офицер, лейтенант по имени Алан Маклейн, которому на завтра должны повязать галстук веселый. Повесить, короче, его хотят, зашибись. Так, вытащи его из тюрьмы, расскажи тебе, что затевает. И помни, что завтра его повесят. Ой-ой-ой-ой-ой. Заявка была интересная, интригующая. Час от часу не легче. Ладно, погнали. В обраточку. Черт. Опять я пропустил. Поворот. Однако. Фух, вот и выход. О. Никто не хочет мне на шампурн. Странно. А вот теперь хотят. А-а-а! Помогите! Хулиганы зрения лишают. Форт. Вот и форт. Так. Фух. Погнали. Погнали, погнали. Надеюсь, я успею. Самое жесткое будет, если мне дадут задание. Кажется, вы куда-то шли? Да, я шел в тюрьму. А вы мне помешали. Придется вас маленечко за это мочкать. Бац! И сейчас ты тоже должен. Оба, красава. Легли. Оба. С ботиночками. С грязными ботинками. Так, парни. Покойся с миром. Я как-нибудь, пожалуй, иначе подумаю на этот счет. Так, что-то вас там очень много, парни. Вы чё? Что вас так много? Есть подозрение, что вы спаунитесь. Да, я прав, нет? Признавайся. Дэкс. Однако. Опа, да, спаунится, сзади появились. Что-то меня подсказывает, нет смысла с ними биться. Лучше сразу в тюрьму. Тюрьма. Да. Умри! Теперь будет интереснее. По крайней мере, наверняка будет логика. Хотя бы в битве против них. Умри! Жи. Тихо-тихо. Тебе повезло, что твоей жизни не вижу, гаденыш. Есть эффект. Умри. Ты какой, а? Шустрый. На тебе пульку. Текс.
Теперь мне нужно найти нужного чувачка. Там лежат на шконках. Необычно где-то здесь, да, вот. А вот и он. Здрасте. Да, действительно. Какими судьбами? Так. Информация. Будет взят и уничтожен голландский форт Оранж. О как. Тикс. Теперь веселье ждет меня. В плане того, чтобы уйти отсюда. Пути-пути. Какие грозные ребятки. Ультрагрозные. Икс. Попробуй догони. Оба. Шикарно. Ой, тут патруль до сих пор за мной бегает. Ничего себе. Обалдеть. Я уж думал, они про меня забыли. Они все бегают и бегают, бегают и бегают. Как заводные. Тикс. Все, валим отсюда. Так. Теперь с этими данными надо там еще доплыть, блин. Не все так просто. Да? Да. Окей. Что ж, ребят, давайте увидимся уже на Кюрасао. Икс. Мы практически на месте. Осталось чуть-чуть доплыть. Все. Бежим быренько в резиденцию. И передаем данные. Ну что у вас там ко мне, капитан? Что, что? Ты офигеешь сейчас, что я тебе расскажу. Скоро нас захватят Форт Оранж. Так. Великолепно, теперь мне известно все, что нужно. Зайдите ко мне через пару дней, я приму решение по поводу ответных мер под, на данную угрозу со стороны англичан. Вы хорошо поработали, ваше вознаграждение составляет 50 тысяч монет. Обалдеть, братиш. Я столько нервов потратил, ужас. Ты мне 50 тысяч золотых. Кошмар. Ох-ох-ох. Ну да ладно. Что ж, дорогие друзья, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.